Ну что же, ребята, всем доброго времени суток, у микрофона, как всегда, РМЗС. Возвращаемся в КС-очку и сегодня продолжаем играть на моем замечательном втором зомби-сервачке под названием «Сожри меня полностью, зомби 2». Все ссылочки на него будут, как всегда, в описании, поэтому перед началом ролика лайкосик, подписочку на канал и нажатие на колокольчик. И сегодня будет очень-очень-очень интересный контент, поэтому усаживайтесь поудобнее, желаю всем приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита. В общем, друзья... Сегодня мы будем с вами оценивать автомобили, будем проверять, какие они вообще в плане по мощности, да, по скиллам, с каких можно быстрее киллы сделать, повыживаем, то есть посмотрим, что из этого интереснее будет, то есть первая тачка у нас ховер-цикл, потом шторм-цикл и аэромобиль. Вот, сразу же, прямо сейчас я создал опросик, в правом углу у вас появилась подсказка. Голосуйте, в принципе, какой из этих транспортов трех больше всего вам нравится. То есть шторм-цикл получается. Точнее, аэромобиль, блин, гранатами забрасывают. Аэромобиль, шторм-цикл или ховер-цикл. То есть голосуйте прямо сейчас, друзья. Вот, мне будет интересно посмотреть по внешнему виду, какие из этих вот транспортов больше всего вам нравятся. Как по мне, ну я даже не знаю, на самом деле все очень нравится. Еще Эльбруса не хватает, но Эльбрус пока что еще в разработке. Вот, это боевая машина такая будет большая. Вот, поэтому прям полный пак будет этих автомобилей. Вот, поэтому давайте сейчас будем тестить. Покажу сначала перед началом ролика цены на привилегии. У кого будет желание, обязательно заходите на сайт kiberarena.ru и, в принципе, можете покупать любую привилегию. И, блин, большая новость для тех, кто не мог купить привилегию с Казахстана или с Украины. Сейчас появился новый способ оплаты, поэтому можете спокойно залетать, оплачивать и, в принципе, все, привилегия у вас сразу же появляется. Поэтому, вот, пользуйтесь, друзья мои. Все привилегии у вас на экране, можете заходить на сайт, приобретать. Вот просто представьте, как вы будете играть под привилегии и кайфовать, да, потому что вот постоянно играем, снимаем, гора подписчиков, пацаны уже начинают здесь выживать, играть. Ну, интересно, на самом деле, вот посмотрите, как смотрится. Блин, еще новогодней атмосферки не хватает, но скоро уже будем добавлять новогоднюю атмосферу. Поэтому так, давайте пишем. Ну что, мужики, по машинам. И погнали. Короче, погнали сейчас фармить. Будем еще на Е нажал. И начинаем. Сразу же колбасим. Так, смотрим вообще по киллам, что у кого будет онлайн. Довольно-таки неплохой. Вот сейчас, грубо говоря, 9 часов утра, да, и онлайн практически 20 человек. То есть очень-очень здорово. Вот, но мы начинаем, в принципе, у пацанов здесь уже 260 киллов и 640. Но мы обновляем, то есть, грубо говоря, начинали с 640, 270 и я с 5, вот. И в конце отминусуем, вот. И посмотрим, что у кого получится. Так, а мы пока что начинаем. Да, пока что ни одного килла не сделали. Машиночка только наша колбасится вот так вот. Так, окей. Все, в принципе, так. Давайте задом. Нам нужно передом. Быстренько. Нам киллы нужно фармить свои. Так, а почему у меня киллы не засчитываются? А, 12. Киллы засчитываются. Мы же параллельно еще донат рубли фармим с вами. Я и забыл про это вам сказать. Вот, поэтому, пацаны, имба на самом деле. Почему бы нет? Вот уже 2700 донат рублей нафармили. То есть спокойно за 17 киллов 2700 рублей нафармили. Это получается, друзья мои, почти 3 кибермонеты. То есть уже бесплатно кейсы сможете открывать вот благодаря этим машинам. Вот пацаны повыбивали с бесплатных кейсов. Некоторые купили уже штормциклы себе, аэромобили. И просто фармятся вот так вот. У нас уже 2889 донат рублей. 2930, 2961, 3000 почти. Вот, ну имба на самом деле лютая. То есть, если вам нравится вообще, друзья, такой контентик, вот в плане, вот первый раз на самом деле сегодня вот такое сравнение мы с подписчиками вот решили сделать.
И я думаю, блин, интересно получилось. Получится вообще вот контент, да? У меня уже 23 кило, и я уже забыл, сколько там у пацанов было. Но вы напишите в комментариях, в конце видеоролика покажу, со скольки килов мы начинали все и сколькими килами закончили, да? Чтобы вы посчитали, в комментариях написали, кто победил. То есть аэромобиль, шторм-цикл или хавер-цикл, вот. Ну, пока что имба начинается, все зомбаки бомбят, не понимаю, что делать, да, но мы-то с вами по чуть-чуть и заваливаем их. Тем временем уже 29 киллов, 3400 донат рублей, вот, то есть неплохо. Ну, с хаверцикла мне на самом деле, штормцикла точнее, мне на самом деле играть поприятнее, то есть, вот. Давайте мы сюда сейчас со спауна лучше. Тут на спауне он сидит. Ага, киллы все тырит. Но мы сейчас вот так вот просто все киллы тоже будем тырить. По красоте. Второй режимчик юзаем. М4, 3600. 3600 пока что. Так, да на трубли наши. Почему? Так, давайте нет, давайте сюда. Давайте сюда прилетим. И вот так лучше будем просто кружиться и надеяться, что какой-то килл мы заберем. Просто круги вот так вот наматывать по красоте. Но нам нужно ближе к центру, наверное, сместиться вот сюда вот. И с этого центра начиная вот так вот делать киллы. Ну, пока что, я думаю, вот этот паренек лидирует. Блин, ну онлайн топовый. Вообще 20 человек с самого утра играет. Поэтому жду вас всех, друзья мои. Будем вместе с вами играть. Вот, давайте киллы. Сколько сейчас... Блин, все, раунд заканчивается. Окей. Обновляем статистику. Массовое пускайте. Вот, и у меня 40 киллов уже. 40 киллов. Так, отлично, массовое заражение пустили. И можем сразу же лететь, в принципе, сюда на паутиночке. Брать точилу нашу. И, в принципе, с ней сейчас будем выживать. Пускай инфекция... Пускай распространяет инфекцию. Не убивайте пока. Вот. Кстати, подарочки, да, можем скинуть. Ящики с самопаками давайте. Ящики с донат рублями. Короче, для всех пацанов всякие ящики посбрасываем. Вот, ящики с донат рублями по красоте. Ящики для обычных пареньков с привилегиями, пожалуйста. Так, только где они? Только где они, я не знаю. Так, М695 и ящик с секретом давайте еще сбросим. Все, давайте напишем вот так. Погнали. Все, начинаем штормить. 42 килла у нас. Пока что 42. 43, 44, 46. Так, сколько там у нас этих-то? М4. Так, 4000 донат рублей уже нафармили с вами. Ну, неплохо. Кто-то турельку еще поставил. Так, ну я предлагаю, наверное, со спауна, пацаны. Со спауна. Обязательно в комментариях пишите, какой бы вы выбрали из этих всех транспортов. Вот, мне вот самое интересное, это какой бы вы выбрали из всех вот этих транспортов. В плане на спауне вот так стоим и все, и просто колбасим всех зомбаков. Так, а если мы на правую кнопку нажмем, киллы будут вообще считаться через текстурку? Да, кстати, через текстуру просто киллы тоже делаем. Но мясо происходит на самом деле. Паренек тоже на хаверцикле приехал сюда, пытается что-то сделать. У нас тем временем уже 4600 донат рублей. То есть за раунд спокойно фармить кибермонеты можете на ура. То есть за один раунд вы сможете насобирать на любые кейсики, открывать их и фармить. Пацаны ночью сидели, там нафармили, блин, может около 1000 кибермонет. Нет, это за пару раундов, да. Вот, когда особо онлайна не было, вот. Поэтому я считаю это очень круто. За ночь можно спокойно там по несколько тысяч кибермонет фармить с этими транспортами. То есть вы купите, к примеру, привилегию там какую, к примеру, вот спонсора, да, за 10 тысяч или владельца за 7500. И все, и покупаете просто штормцикл или аэромобиль. И все, и вы в любом случае дойдете до привилегии основатель. То есть ничего не влаживая. То есть у вас уже будет стабильный заработок с вот этих вот аэромобилей и штормциклов. Поэтому успевайте, пацаны, потому что цена на них будет расти. Вот в плане с 1 декабря уже будут стоить они по 30 тысяч кибермонет. Пока что они стоят по 25. Поэтому
успевайте, дорогие друзья. Как я вам и говорил ранее, если кто-то покупает, то есть Штормцикл или Аэромобиль, цена на них будет увеличиваться, чтобы не было какого-то дисбаланса. То есть кто первые игроки успеют купить, и тот, ну, по низким ценам, грубо говоря. Все, пацаны. Так, окей, берем, значит, через менюшку основателя выдать гранату сюрприз Рамзесу. Так, подарочки все собираем. Сколько у меня? 5000 паков собрал, нормас. Так, и 5000 у нас донат рублей. Все, в плане, пацаны, фиксируйте счет. У меня 82, и у тех пацанов тоже, короче, фиксируйте, чтобы вы понимали. Вот. Короче, как-то так, какая-то вот серия получилась такая интересная. Поэтому, друзья мои, буду вас ждать, в принципе, на сервачке. Если у вас будет желание, обязательно заходите. Будем играть, будем выживать. Надеюсь, вам понравился вот такой вот контентик такого рода, да? Думаю, я заслужил лайкосика, вот в плане, что придумал для вас вот такой контентик. Поэтому пишите свои идеи, что можно снимать, также в комментариях. Также пишите, друзья мои, какой из этих трех транспортов вам больше всего понравился. И давайте напоследок мы дропнем с вами выдать гранату антидот. Конкурс, кстати, давайте запустим. Награда 50, пурпурный по центру создать. Так, сколько тут будет, я не знаю. 50 плюс 20, 70, 82, 92, 99, да, все. Паренек, короче, выиграл. Так, паки давайте поменяем. Кстати, вот, это зафармили все паки с вами. Давайте покупка кибермонет, покупка донат рублей. Вот все паки свои продадим. И 6000, да, вот, типа, за 10 минут игры, ну, типа, я не особо выживал, вы видели, да, за 10 минут игры, грубо говоря, мы нафармили с вами 6 кибермонет, то есть это спокойно вообще фармить можете, ну, это я рукожоп еще, учитывайте это, М693, короче, не успею, наверное, да, дьявольскую гранату выдать. Даже себя найти не могу, чтобы вы понимали. Вот еще. Ну, уже смысла нету ее бросать. Окей. Сказать, как мы сделаем. Давайте напоследок, чтобы красивый видосик получился. Массовое заражение. И паум-паум-паум-паум-паум. Полетела гранатка. Ты-дых, давай, ну. Все, друзья, предлагаю на этой ноте закончить. Всем спасибо за просмотр. С вами был РМЗ Сидела. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик, такой позитивный. Всем спасибо за просмотр. Приценно привилегию у вас на экране. Можете заходить, играть и покупать, и наслаждаться игрой. Всем удачи, братишки, и всем пока. Пока.